Незаконный спортивный праздник в формате «Дня открытых дверей» был организован во второй раз. Стоит отметить, что желающих интересно провести воскресный вечер оказалось немало. Для пенчан такой вариант семейного отдыха сейчас единственный в своем роде. Это мероприятие организовано для того, чтобы привлечь сюда больше людей и детей, для того, чтобы они познакомились, что мы узнали, что мы есть, и, конечно же, принимали активное участие в развитии нашего предприятия, а также ходили, конечно, заниматься спортом. Родители привозили своих детей, чтобы они учились любить и беречь природу, заботиться о животных. И это прекрасно, и это должно быть. В конно-спортивном клубе обучают верховой езде. Если опыт уже имеется, пора отправляться на конную прогулку. Такой вид отдыха точно запомнится исключительно позитивными моментами, которые к тому же можно запечатлеть. В клубе помогут организовать фотосессию. На сегодняшний день наше предприятие такого масштаба, как наше предприятие, у нас содержится 23 головы лошадей, единственное в Брестской области, которое находится в руках частных лиц. Вот. Есть агроусадьбы, которые содержат лошадок для того, чтобы люди учились кататься, прокаты. Но в основном одна, максимум 3-5 голов. Такого объема мы единственные на Брестскую область. Организовать конный праздник помогли творческие коллективы представителей спортивного клуба «Адреналин». Настоящим украшением вечера стало выступление волонтеров клуба «Всадник Полесья». Ребята готовились несколько недель, совмещая тренировки и нелегкую работу с лошадьми, которая отнимает немало времени и усилий. Зато компенсация за труд очень приятная. Море удовольствия от общения с животными, говорят волонтеры. Все делаем. И убираем, и чистим, и кормим, и поим. Ну, то есть все, что надо для лошади, то мы и делаем. Ее зовут Дельта, ей 6 лет, белорусской упряжной породы. Она спокойная лошадь, то есть, ну, дается легко управлению и дрессировке там. То есть на ней легко куда-то съездить, на праздник покатать детей. В общем, ну, она так и для детей и подходит. Спокойная, в общем. Для подопечных благотворительного фонда «Полиэлия» с участием в мероприятии, безусловно, приятное событие. Фонд сотрудничает с клубом «Всадник Полесья» не первый год. В планах организовать постоянные занятия лечебной физкультурой для детей с инвалидностью. Наша задумка заключается, чтобы побольше семей, в которых воспитываются такие детки, с Пинска и Пинского района привозить сюда, и с ними будем заниматься не только как вот именно лечебной физкультурой, но я думаю, что здесь и какие-то психологические и тренинги или приемы будут, конечно, проводиться для семьи и самих деток. Конные прогулки помогают снять стресс и усталость, улучшить эмоциональный фон человека и укрепить здоровье. Особенно полезны такие занятия на свежем воздухе детям, испытывающим проблемы со здоровьем. Считается, что сильное биополе лошади помогает ребенку получить мощный заряд положительной энергии.